И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTop Games, и мы продолжаем путешествовать по бескрайнему космосу вселенной мира Space Engine. Ну а перед началом нового путешествия хотелось бы поблагодарить всех спонсоров на своем канале за вашу месячную подписку. Спасибо, друзья! Итак, ребята, сегодня наше путешествие начинается с галактики NGC-6050A. Да, эта галактика реально существует. Мне давно где-то в комментариях один из подписчиков писал: «Скай, пожалуйста, сними серию по этой галактике». Я нашел этот объект, и это очень достаточно интересный объект. Выглядит невероятно. Это больше, скорее всего, слияние трех спиральных галактик. Посмотрите на это чудо. Я просто, когда подлетел к этой галактике, был удивлен ее вообще вот структуре. Подлетев ближе, я был ошарашен ее огромными размерами. Посмотрите, слияние трех галактик. В принципе, нас ждет будущее нашей галактики Млечный Путь. Будет таким же, как вы видите на NGC-6050A, когда она столкнется с галактикой Андромеда. Ну, это будет не скоро, не завтра, не послезавтра, через несколько миллиардов лет, но не суть. Самое главное, здесь детально, в принципе, очень проработано. Я знаю, и мы знаем, что Space Engine — это, в принципе, симулятор рандомных, да, планет, там, галактик некоторых. Но здесь вот как будто реально идет столкновение галактик, и вся пыль, газы разлетаются в открытый космос. Посмотрите, если сравнить вот данную галактику, саму NGC-6050A, с галактикой, это получается UGC-10186, да, скорее всего, как бы ее рукава, все ее газы, звезды, планеты, все, что там может быть, втягивается полностью вот в эту галактику. Так. Да, мы сейчас с вами, конечно же, обязательно посмотрим и виды. Найдем какую-нибудь планету, обязательно опустимся на ее поверхность и посмотрим на виды с планеты, да, с поверхности на ночное, дневное небо. И мы увидим сразу, наверное, две галактики, особенно на ночном небе. Пояса, да, то есть. Так, ну что же. Так, по диаметру я посмотрел, эти галактики, в принципе, схожи с нашей галактикой Млечный Путь. Диаметр NGC основной 6050А, диаметр 144 тысячи световых лет. Когда наш Млечный Путь, по-моему, если я не ошибаюсь, 126 тысяч световых лет. Вот эта галактика 107 тысяч. И маленькая IC, да, она, ну, небольшого диаметра, 61 тысяча световых лет. Светимость данного объекта очень огромная. 70 миллиардов. Так, UGC тоже 70 миллиардов, и в целом, короче, где-то около 170 миллиардов получается светимость. Ну что ж, давайте, наверное, сейчас пролетим маленько, посмотрим вот так вот сбоку. Можно, кстати, через все вот это полностью жерло пролететь, где уже идет столкновение, звезды разлетаются. Ух, невероятно. Такое чувство, как будто я сейчас парю в каком-то невероятном тоннеле. Кстати, здесь я где-то видел интересные туманности. Вся эта красота, господа, находится от галактики Млечный Путь. По-моему, 400 световых лет. Здорово, да? Согласитесь, классно. Ну что же, давайте теперь, наверное, найдем какую-нибудь планету
со звездой, чтобы нам посмотреть на все три галактики. Представляете, если на ночном небе увидеть все вот эти три огромных брата-близнеца, скажем так. Итак, ребята, я нашел более такую подходящую планету. Планет с жизнью здесь, к сожалению, я не нашел. Это очень печально. Так, планета RS-8076. По-моему, здесь звезда голубой... А, нет, желтый сверхгигант. Я почему-то думал, что голубой гигант. Но вообще, здесь очень преобладают скопления голубых гигантов. Так, желтый сверхгигант. В принципе, планета без жизни полностью. Углекислый газ, атмосферное давление повышенное, температура очень огромная. Так, ну и в принципе отсюда, как я обещал, откроются сейчас нам великолепные просто виды. Так, давайте где-нибудь... Такс. Что мне здесь не нравится, это то, что большой парниковый эффект на планете. Очень плотные облака. Не знаю, что мы увидим или нет с поверхности, но если что, перелетим на другую планету. Да, как я и говорил, очень плотная облачность. Ну, на фоне северного сияния достаточно классно. Так, сейчас я статистику закрою. Это несмотря на то, что здесь еще плотные облака. Как будто, знаете, я стою возле какого-то здания очень высокого, большого, и со всех сторон стены, просто стены. Огромные кирпичные какие-то стены, блин, бетонные. И вон там маленькая галактика. Та самая, так. Вот, наверное, с Луны бы было бы интересно посмотреть, но... Так, Луна нас не интересует. Безвоздушная... Безвоздушный камень, да? Уж я так образно, извините, конечно... Нет, здесь мы тоже ничего не увидим. А название системы, в принципе, можете увидеть на превью. И также я оставлю в описании NGC-6050A. Я поискал по этой системе в Википедии что-нибудь, но ничего, к сожалению, не нашел. Естественно, человечество до таких горизонтов еще не добралось... Скорее всего, не скоро доберется, поэтому откуда знать людям, что может быть в этой системе, да? То есть я так понимаю, что какая-то из галактик, наверное, скорее всего, самая большая вот эта, огромная, обладает огромной гравитацией просто, NGC-6050, просто притянула две вот этих остальных с течением времени. Вообще, вроде бы как во Вселенной очень достаточно много галактик, вот похожих, да, на вот эту систему, то, что мы с вами нашли, где галактики очень друг с другом рядом расположены. То есть огромное слияние галактик, скопление. Невероятная система. Я выражаю огромную благодарность подписчику. Извиняюсь, забыл никнейм, который мне посоветовал снять видео по этой галактике. Достаточно очень интересный объект. И, по-моему, этот объект, если я не сомневаюсь, находится даже в каталоге Мессия. Ну что же, если тебе понравилось данное путешествие, ставь палец вверх, обязательно подписывайся на канал, жми колокольчик, дабы не пропускать наши новые путешествия. И помните, друзья, что космос и Вселенная бесконечны.
наше путешествие только начинается. Ведь в Space Engine еще достаточно очень много объектов, которые мы с вами обязательно рассмотрим. Всем пока-пока, новых открытий.